порошок для детей от 6 лет и взрослых, капсулы Цитавир-3. Смотри погоду на канале Карусель прямо сейчас. Это важно и очень интересно. Всем привет! Сегодня о погоде расскажу я, Степашка. На Дальнем Востоке первый день весны будет идти снег. Местами похолодает. Одевайся потеплее и доставай свою лопатку. Пришло время помочь взрослым убрать сугробы. В Сибири тоже выпадет снег. В Норильске и Новосибирске возможны сильные снегопады. Выходи во двор и зови друзей строить горку. С нее можно весело съехать на санках или на ватрушке. На Урале синоптики обещают небольшие осадки. Послушай отрывок из стихотворения Сергея Михалкова. Весна приходит постепенно, в полях не слышно тает снег. Побег из ледяного плена готовят тайно в воды рек. На юге прекрасный весенний денек без осадков. В Ростове-на-Дону и Владикавказе светит солнышко. Бери мелки и беги рисовать классики на асфальте. А потом можно поесть мороженое, если родители разрешат. В центральном районе местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха приблизится к нулю. Давай посмотрим, как было здорово зимой. Полина из Мурманска прислала нам фото на лыжах. В Санкт-Петербурге пасмурно, еще немного потеплеет. В Москве пройдет небольшой дождь, а температура воздуха держится выше нуля. Оставайся дома и помоги маме с уборкой. Она очень-очень